Классная команда, конечно, 5-3 должна реализовывать. ЦСКА, классная команда, Дарын Диц, вот, пожалуйста, 5-3. Очень быстро забивают армейцы. Очень быстро выводит Дарын Диц на бросок, а он у него супер мощный. Да. И что самое главное, динамовцы продолжат играть втроем. Да, потому что там отнимается, получается, первый штраф у Егора Зайцева. Ну а тут опять выигранное вбрасывание, встали, все спокойно. То есть, ну, вообще никто ничего сверхъестественного не придумал. Григоренко подержал, Диц подъехал, в касание.